Казахстанцы интересуются изменениями в сфере образования, которые глава государства обозначил в своем послании. О чем они говорят, давайте послушаем. Я очень ценю труд учителей. Я думаю, что они заслужили тех изменений, о которых президент сказал в своем послании. В первую очередь, их освободят от ненужной работы, за которую не платят. Во-вторых, поднимут зарплату. Я думаю, что труд педагогов впредь будет оценен по достоинству. Как мама троих детей, я считаю, что профориентация в старших классах очень важна. Потому что за вот эти 2 года дети могут уже понять, кем они хотят стать. Та выбранная профессия, которую они мечтали в детстве, она актуальна будет. Будет ли им это интересно? Я считаю, что это очень важно. Плюс дети у нас настолько сейчас продвинутые, что они многие вещи, которые мы проходили в институте, они могут усваивать еще раньше, еще в школе. И для того, чтобы не остановить процесс развития, вот это вот внедрение профориентации, для того, чтобы было больше знаний, как бы они получали, и пусто не проходило вот это время, я считаю, что это важно.